Всем привет, меня зовут Кирилл, и я представляю школу танцев «Свои люди». Сегодня мы будем изучать связку для более опытных учеников. Приступим к изучению связочки. Ты готов? Тогда начнем. Смотрим. Первое у нас это заход. Заход выглядит вот так. Правая нога идет за левую и ставится правая рука. Левая нога ставится на правую, на колено. Видите, пяточкой. И выворачиваем свой корпус вверх. Руку можно куда-нибудь поставить, прибрать. Вот, раз, два. Потом кладем ножку обратно. И правой ножкой делаем циркуль. В обратную сторону. Циркуль сделали. Замочек. После этого мы делаем такой переход. Смотрите, есть такой переход со стороны футворка на другую сторону. Перепрыжкой, знаете? Его можно делать только через спину. Смотрите. Мы плавно переходим на спину. Переходим, видите, на другую сторону. Раз, перешли на другую сторону. Пытаемся, пробуем. Левая нога выпрямляется. Потом смена. Правая нога выпрямляется в замочек. Правая нога, левая в замочек. Левая, правая в замочек. Плавно переходим с одного бока на другой. Еще раз. Раз, два. Раз, два. Запомнили? Круто. Следующее у нас движение выглядит вот так. Смотри. Правая нога выбрасывается в правую сторону. Раз. Левая нога по воздуху вовнутрь. Проходит и правая присоединяется к ней. Мы принимаем вот такое вот положение, группировку. Еще раз. Отсюда. Выпрыгиваем. Внутри нога проходит. И вот. Мы в этом положении. Следующее движение мы делаем с вот этого положения. Смотрите, как оно выглядит. Мы отсюда выпрыгиваем вверх горизонтально. Оп, приземлились. Еще раз. Отсюда горизонтально прыгаем. Раз, приземлились. Пробуем невысоко сначала. Как делается это движение? Мы пытаемся более-менее горизонтально прыгнуть. Приземлиться надо на две руки и на правую ногу. Вот так вот. После этого можно маленькую волну сделать. Покажу, как это выглядит. Отсюда прыгаем. Оп, волна. Обратите внимание, сначала у меня приземляется нога. Потом две руки. Еще раз показываю. Прыжок, нога, две руки. Волна. Запомнили? Дальше. Смотрите. Оказавшись в этом положении, мы сделали волну. Левую ножку поставили на пол, на колено. Потом полукругом заворачиваем правую ножку за правую руку. Видите, как у меня она стоит? Вот покажу, кто не видит. После этого мы ее заворачиваем обратно полукругом. Встаем на два колена. Видите, я вернулся в положение на два колена. На два колена встал. Оп, выпрыгнул. На носочках я стою. Как всегда, форма футворка. Смотрим, мы приняли такое положение. Правая рука стоит на полу. Две ноги тоже. Дальше идет у нас правая нога выпрямляется. За ней левая. Обратно правая. Левая. Смена. Теперь левая рука на полу. Правая. Левая. Правая. И смотрите, тут уже левая в замочек. Видите? Смотрите еще раз. Право, лево, право, лево. Левая рука, право, лево, право, в замочек. Отсюда мы делаем разновидность сиси-степа. Раз. Потом смена ноги на правую, два. И на другой бок, три. Видите, я уже на другой стороне нахожусь. Вот так. Еще раз. Отсюда, с замочка. Выпрямляем ножку, делаем сиси-степ. Оп, оп. Такое положение приняли. Теперь правая нога прямая. После этого мы правую ножку поднимаем, а левую под нее. Раз. Левую под колено. Видите? Оп. 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 Тут взялись за левую ножку левой рукой. Видите, я взялся. Раз. После этого мы делаем кувырок. Это самая сложная часть. Кувырок через, получается, левый бок.
Показываю. Сначала смотрите, потом пробуйте. Объясню. Раз, пробел, фриз. Показываю теперь. Объясняю, как это делается. После сиси-степа, правая нога впереди у нас, мы ее сгибаем и таз поднимаем. Раз, левую под правую под колено, за левую за носочек хватаемся, схватили за носочек, и через левый бок мы делаем кувырок. После этого мы только на спине находимся, еще раз, на спине все время, продеваем ножку. Видите, я продел ее отсюда, я ее продел. И натягиваем ножку назад, а правую вытягиваем вперед. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз смотрим. Правая нога впереди, левая под правую, правую форму принимает. Беремся за левый носок левой рукой и через бок, левый бок, мы прокатываемся, продеваем ногу. Натягиваем левую ногу назад, а правую выпрямляем. Отсюда, с этого положения, мы беремся за эту ногу правой рукой, за левую ногу правой рукой, переходим на левый бок. Видите? И отсюда перешел. Раз, левую ногу схватил за носок правой рукой, продел правую назад. Вот такое положение пришли. Потом, после этого, левую ногу ставите на пол. Раз, левая нога на пол ставится, правая, потом проворот идет, встали, закончили. Получилось у тебя? Класс. Еще раз покажу. Смотрим. С такого положения мы беремся правой рукой за левую ножку, переходим на левый бок, продеваем, левую ножку ставим на пол, раз, проворот через правую сторону. Отсюда мы встаем на колено и заканчиваем вот такой вот стойкой. Можно такой, на ваше усмотрение. Вы готовы? Собираем все элементы вместе и пробуем под мой счет. Первое. Заход. Раз, два. Потом циркуль в обратную сторону. После этого мы переходим с одного бока на другой. Раз и два. После этого правая нога выпрыгивает в правую сторону. К левой. После этого прыжок вверх. Прыжок вверх делаем. Волной спускаемся. Левую на колено. Правую за правую руку. Потом правую к левой. Поворот. Право-лево, право-лево. Поменяли положение. Право-лево, право в замочек. После этого мы делаем сиси-степ. Раз, два, три. Правая нога теперь впереди. Следующее. Взяли за левую. Через бок продели, встали в стоечку. После этого продели правую ногу. Раз, на ногу, на колено. Потом встали, поворот, встали. Круто. Ну что, вы готовы немножечко побыстрее? Тогда начнем, прибавим скорость. Раз, и два, три, четыре, пять. С одного бока на другой бок. После этого прыжок, прыжок. Прыжок, волна, левое колено, за правую ручку, к левой ноге, раз, раз, два, замочек. После этого сиси-степ, разновидность, оп, взялись, оп, перекатились, продели, раз, встали на колено. После этого мы встаем, делаем поворот, стоечка. Чтобы довести связку до конца, до идеала, нужно, первое, что нужно сделать, это проработать эту связку несколько раз. Второе, надо работать на скорость. Прибавляйте скорость постепенно. И третье, у вас все получится. Все, с вами был Кирилл, всем пока. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Если тебе понравилось, ставь лайк.
Если что-то было непонятно, пиши в комментарии. Подписывайся на канал. Всем пока, всем мир.